Итак, плечелопаточная зона, да, часть вторая. Вот точки мы продавили, да, вот так по лопатке. Отодвинули лопатку и об свой палец ее вот так вот накатили, да, снизу вверх. Дальше трапециевидная мышца, она идет вот так, вот так, вот так. Собственно говоря, вот получается, что называется трапеция, да, потому что вот раз, раз, вот она формирует такую фигуру, трапецию, да. Мы ее растираем кулаком, вибрационное разминание трапеции кулачком. То есть вот так вот по мышце проходим вдоль всех волокон. Соответственно, тут снизу вверх, под углом угол меняется, да, и тут уже сверху вниз пошли разминать. Восьмое. Разминаем круглые мышцы. Большая и малая, да. И, соответственно, вводим лимфу туда. Я про лимфу не буду писать, да, просто понятно, да, что для чего мы это делаем. То есть все движения уже туда идут, под мышку. Так, круглые мышцы. Отпускаем руку. Напишу, да. Уводим лимфу. Ну и далее мы делали уже мануальную технику, когда поднимали за локоть, да, и продавливали в реберно-поперечную дугу вот эту. Помните? Просто это одно из сужений к массажу, к мануалке, поэтому это мы запишем отдельно. Хорошо, друзья? Вот, а сейчас перейдем дальше, потом... Если это массаж спины, да, то мы просто заканчивали массаж спины, возвращались обратно. Ну, если у нас шея и голова, как бы, ну, череп и уши не входят, да. То есть я тут просто, чтобы не писать это лишнее, да. Это все части тела, что рука, что шея, что нога, заканчиваются примерно одинаково. В обратную сторону весь наш разогретый материал внутри тела уводится плавными движениями, постукиваниями, да, вибрационными там встряхиваниями всякими, да, похлопываниями, пошлепываниями. Просто завершение работы идет. Поэтому об этом мы в следующем видеоролике расскажем. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Алафгудвин.